Едем в заправку, в банки. А заправка, ну да. По дороге. Перед банками. Так, пристегнутый малыш? Малыш. Там пристегнут. Ничего нет, Саш. С этой стороны. Так, все. Слышишь? Угу. Есть такое понятие, горячее подключение спутников, холодное подключение спутников. Ну, то есть включаешь прибор, угу. И он ищет спутники. Он, если их уже находил, это называется горячее подключение, он легко находит его. Я так понял, горячее и холодное отличается только температурой прибора. То есть постоял на солнце, горячее подключение, быстро подключается. Да? Ну, я так теперь понимаю. Потому что питание-то на него не подается в эту секунду. Что? Ралли Париж-Дакар, блин. Ай! Нет, мы не сюда. Нам в деревню, параллельно, и заправка, и деревня, все вместе. Зачем нам по очереди ездить в разные места? Ну, ты набрала своих колорадских жуков, а да. В какую банку их запихивать, в какой пробке они подходят? Или ты просто должна... ведро опускаешь. Я понимаю, тебе-то нужно не ведро, а, скажем, бутылка. Литровая бутылка. Бутылка с пробкой. Подготовить ее, чтобы она была, как бы, использовалась удобно. Ты пойми, что вот в этом всем, в этой фигне, одно из главных вопросов, один из главных вопросов – удобство. По-русски удобство, по-нерусски это называется эргономика. Удобно тебе будет пользоваться, ты будешь работать легко, просто, не уставая и, как сказать, с хорошей отдачей. Не неудобно тебе будет пользоваться, ты не сможешь работать по ланцам. Ланцики. Или ты такой видел, только красный был. У меня что-то. Сынок пристегнут? Пристегнут. Ну, кто ты такой, скучненький? Ты ж покушал. Ну, хочется песни петь. Сейчас будет песни петь.